ПДР-ФС это, ну, сейчас такая разная идет, методы и стратегии обслуживания. ПДР это плановый диагностический ремонт. У нас там целый семинар есть по стратегиям. Это когда планируются там, месячные объемы по диагностике. Это плановая, да, часть. А ремонт по результатам диагностики выполняется в объеме, ну, результатом диагностики. Там, начиная от полного капитального, кончая ничего не делать. Поэтому плановый диагностический ремонт такое состояние, определение есть. А ремонт по состоянию, соответственно, это когда нету плановой диагностики, есть непрерывный мониторинг, и, соответственно, по результатам этого мониторинга принимается решение по ремонте этого оборудования. По сути, они похожи очень.